Этим увлекательным заездом самые юные мотокроссмены региона открыли пятый этап чемпионата Омской области. 8 июня Корниловская трасса встречала более 80 гонщиков из муниципальных районов города Омска. Вслед за юниорами на своей дистанции выходили более опытные, настоящие мастера мотокросса. Традиционно силами мерились также спортсмены на мотоциклах с колясками. Что мы стараемся, помимо наших профессионалов, которые борются уже здесь, увидели, что мы начинаем с самого юного класса, это класс 50 кубических сантиметров. Сегодня очень приятно, что главы районов, спортивные школы покупают маленькие мотоциклы, но это порядка где-то 30-50 тысяч мотоциклов. Но наши ребятишечки от 4 до 5 лет начинают как раз соревноваться. Ну и видим наших профессионалов, которые защищают честь своих районов на Королеве спорта, на праздниках Севера. И многие ребята, которые уже участвуют в чемпионатах России, чемпионатах Сибирского федерального округа. Данил Свириденко из Омска. На мотоцикл сел всего полгода назад. Равняется на папу, гонщика. Рассуждения о соревнованиях у юного мотокроссмена уже совсем не детские. Трасса немного сухая. Сейчас приехали коляски, они разобьют трассу и будет хуже. Это очень экстремальный спорт, удает больше силы и закаляет дух. Начинающие спортсмены, безусловно, учатся у известных омских мастеров. Ивана Костюкова достаточно часто можно встретить на мототрассах области, на соревнованиях праздников Севера и Королевах спорта. Но все же основной вид у Ивана другой. Он мастер спорта международного класса по BMX. Все, мы в рамках подготовки к чемпионату России используем мотокросс как элемент тренировочного процесса. Здесь у нас участвуют такие спортсмены, как Бурлевич Владимир, член сборной России по велосипедному спорту по BMX. Я, Никита Ковальчук, у нас в колясках тоже принимает участие. Для нас, в первую очередь, это тренировка, борьба. Всего чемпионат Омской области проводится в 10 этапов. По словам организаторов, такое количество соревнований в рамках одного чемпионата позволяет строить и готовить трассы профессионального уровня, привлекать к виду спорта больше мячей и радовать жителей региона зрелищными заездами. Шестой этап состязаний пройдет 10 августа на трассе Щербакульского района.